Позиции азербайджанской армии в Лачинском районе и в Нахчеванской республике подверглись обстрелу. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. В сообщении сказано: с 21.25 17 июля до 00.15 18 июля подразделения вооруженных сил Армении вели прерывистый огонь со своих позиций, расположенных в Гурусском и Девелисском районах, по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Малибей Лачинского района и Садаракского района Нахчеванской автономной республики. Подразделениями нашей армии были приняты ответные меры.